В лесу Штыка объявились трое беглых заключенных. А это я чё теперь? За место репортера могу? А этот телевизионщик где? Прошлый. А так он ж в лесу у вас замерз. Ты иди, Штыка мне найди. Вы сейчас вдвоем резко за егерем, также веревками его обмотаете. Вы охотники или нет? Ну а я пока пойду репортаж возьму. Погоди, а чё ты пришел? Да к егерю надо сходить, репортаж у вас взять. По поводу телевизионщика, который замерз здесь, в память о нем. За того самого парня. Привел. Сам себе могилу вырыл. Ну и вот, она на всех по-разному действует. У кого-то слепота, как у егеря, у кого-то безумие, у кого-то силочка, в общем, по-разному. Ты меня слушаешь, нет? Телевидение, блядь! Вот тебе раз. Мне твоя рожа сразу не понравилась! Игрушки, блядь. Малому дам опробовать. Итак, что мы имеем? Ага. Смешно. Думай. Последние новости. Охотники нашлись, в Дребодан пьяные. Что я чувствую? Водичка в рот так попала. Мне ожил, а ребятам что-то, походу, не очень. А наш специальный корреспондент уже 10 часов не выходит на связь. И в лес отправляюсь я, чтобы заработать премию на ипотеку. Чтобы найти Сергея Штыка и поймать зэков. Давай сюда. Оп. Дубарь, хавку забрать не забудь. Кидай, поджигай давай. Погнали, плана, пацаны. Все, сгори! Так, телевизионщик, зэки, охотники, егерь. Так, это все временные трудности, потому что проблема, как говорил мой дед, это только крышка гроба над головой. Да, так, думай. Масяня. Давай. Да куда? Так это лево с правым путает всегда. С вами чрезвычайная ситуация. Прямое включение из леса. Кстати, лес оцеплен Росгвардией и впустили только меня как представителя телевидения. Значит, задача найти Сергея Штыка и вместе с ним поймать зэков. Ну во-во, давай! Давай, егерь, тебе пирожочки твои любимые даст, давай! Давай! Ух ты, болван безглазый, молодец! Эй, Масяня, молодец! Все, уходи, а то затопчу. Давай, чутка дай куда-нибудь, в сторону. Масянька. Да, красавчик. Так, как там нас на подводной лодке учили? Этап номер два.
Значит, плана такой у нас. Добираемся до трассы, тормозим тачку. Забираем оттуда людей, загоняем их в лес, привязываем по старой схеме к дереву. Добираемся до города, и там, малой, проверим, какой ты хирург. Все в лучшем виде будет. А там делаем новые лица, берем новые паспорта и за кордон! Жаль, не видел никто. Ну все. Сучара все забрал. Схватки начались. Рожает! Замерз? Сейчас. Ногу! Сейчас, терпи. Терпи, терпи, терпи. Сейчас, терпи. Сейчас нагреться. Сейчас нагреться. Хорошо. Пошли. Сейчас за егерем сбегу, он с тобой посидит. А! Пережгло! Согрелся! Что пережгло? Я тебе кричу, ты меня развяжи! Развяжи! А ты мне костер на моих седых будях! Ты что, офонарел? Мне Масю звать пришлось! Мася моя, она прибежала! Это, Мася, это она? А ты кто думал? Она, конечно, я Мася. Я думал, это он. Я говорю, Мася, Мася, сюда бутылку неси. Я же тоже был привязан. Говорю, Мася, сюда, он бутылку принес. Бросил под ноги, всосал. Короче, по-моему, освободился. Мася, она. Да, Мася, она. Дебила ты кусок. Она. Сколько лет ты со мной не знаешь, что Мася... Егерь, короче, слушай, тема да. Серьезная. У нас тут и зэки, и вообще хана, понял? Так что нужно сейчас двигать. Ты что встал? Это, блядь. Че? Я примерз, по-моему. Мы сейчас в берлогу, ты рода принимаешь. Ты все равно бесполезен, когда ног нет. Да ты с ногами особо бесполезен. Так что сейчас в берлогу дуем, ты рода принимаешь, я все разруливаю, давай. Слушай, а кто рожает, Сереж, кто? Где рожь твоя? Последний раз медведь рожает. Краснокнижница, давай, Сережа. Вот у дела поперек один стал. И тогда вот так, это, вот так вот делай, чтобы он развернулся. Хорошо, я по кругу ее гладить буду, по кругу. Хан, что будем делать? План Б. Берем заложника и прокладываем себе коридор. Я тебе что, не пролазит его? Ну а что ты, я туда и сюда как этот прохожу, а ты? Я сейчас там... Давай, быстрее, время мало. Замерз, как стусник. Стой, стой, замри, тихо, тихо, тихо. Три. Все, зашел. Все, все. Уходи. Все, все. Если что, вот так вот разворачивай. Фартовый лес-то. А ну давай, за ней. Погнали, погнали. В общем, атмосфера напряженная. Слышится крик медведицы. Вдали виднеется черный дым. И, кажется, ко мне бегут охотники. Или зэки. Проверять не буду. Бежим в другую сторону. Как бы ему помягче-то сказать? Я там этого дурачка на растяжке примотал. Чё дёрнешь сразу? Бух!